добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. После презентации мышек от компании Ugreen, здесь на горизонте появилась недорогая мышка Philips 3000 серии. Номер модели вы можете наблюдать в названии. В данном случае поставляется она при помощи Казань Экспресс и выглядит следующим образом. Китайская поставка. Как видим, все у нас в иероглифах. Поставляется достаточно быстро из-за того, что данные мышки находятся практически в моем городе. На следующий день будет доставка. Так, ну и давайте смотреть, что из себя представляет. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Мышка Philips 3000 серии. Вот такая вот упаковочка пришла. Здесь показаны функциональные возможности. То есть 3000 серии, 2,4 ГГц. Здесь показано, что малошумно и достаточно хорошо функционирует. Да, у нее есть возможность засыпать, там 3 степени засыпания. Когда можно просто дернуть мышку, и она проснется. Второй вариант, там через определенное время, там от 1 до 3 минут, а от 3 там, до 6 и от 6 до 9. Ну и в последнем, по-моему, варианте нужно, чтобы она проснулась, не только дернуть мышку, но и еще и нажать какую-то клавишу. Клавиши, кстати, здесь бесшумные, действуют на 2,4 ГГц. И по умолчанию уже сразу же стоит 1200 dpi представлено. Вот такая мышка. Ну и давайте смотреть, что находится внутри. Внутри находится сама мышка. Такого плана. Дальше находится инструкция по эксплуатации. У нас на китайском языке. Здесь продемонстрировано. Ну, есть Google переводчик. Наводите камеру и вам все достаточно быстро переводится на тот язык, которым вы владеете. Да, кстати, еще один момент, то есть действует на 10 метров радиус действия от приемника, который USB, так называемый донгл, свисток, ну и тому подобное название, и устанавливается в гнездо USB-A компьютера, ноутбука. Вот такая вот мышка, вот такая инструкция. Так, дальше здесь поставляется у нас батарейка стандартная типа 2А, но единственный тут момент, если мышка Philips, то и поставляется обычно батарейка Philips, но возможно это как бы бонус идет данной мышке. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас находится внутри. Ну вот здесь вот переключатель, сама вот мышка. Практически не слышно. Только слышен клик колесика. Все, она достаточно компактная. В основном предназначена для офисных задач. С ноутбуком, ну и тому подобное. То есть здесь вот есть включение-отключение. И внутри у нас устанавливается аккумулятор. И внутри находится свисток. Давайте установим аккумулятор, батарейку. Включим ее, но здесь не видно изображение. Так, ну и давайте подключим, посмотрим, как функционирует данная мышка. Итак, давайте приступать.
тестируем мышку Philips 3000 серии в программном обеспечении Енот и посмотрим результаты. Итак, я вам продемонстрировал мышку Philips 3000 серии для офисных задач. В основном она предназначена, состоит из трех кнопок. Левая, правая, колесо и кнопка на колесе. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.